Ну что, друзья, мы с вами победили в этом эпичном сражении с Майком. Я не знаю, как так получилось, но 4 первых ролика мы проигрывали, а потом вы просто взяли и разнесли. Первые 4 ролика вообще не собрали 60 тысяч лайков, а следующие собрали больше 60 тысяч. 6 роликов подряд, 60 тысяч. Последний собрал 80 тысяч, предпоследний 70 тысяч. Это просто у меня взрывается мозг, ребят, как вы это сделали. Обалдеть. Ну что, Майк, жду перевод 2 миллионов рублей. А если ты это не сделаешь, придется с коллекторами тебя где-то... так сказать, вылавливать в твоей Америке, где ты там сейчас находишься. Чтобы, давайте вот сейчас докажем разным блогерам, и чтобы все вообще офигели, разные литвины там и так далее. Короче, давайте с вами соберем, попробуем под этим роликом собрать 100 тысяч лайков. Просто ради интереса. А тем временем я выиграл 2 миллиона рублей и выполняю свое обещание. Часть, я говорил, оставлю себе, часть разыграю среди своих подписчиков. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Там будет происходить розыгрыш и все условия там будут скоро оглашены. Поэтому все переходим. Кстати говоря, Майк обещал съесть лягушку, жабу. Смотрим, что он прислал. Да уж, ребята, я не ожидал от вас такой вот жестокости. Я всего лишь на пару дней приболел и лежал с температурой у себя в кровати. А вы уже начали писать комментарии, что я кидала, мошенник, обманщик. И очень многие плохие гадости про меня, матерные слова. Это просто ужасно, я не знаю, откуда у вас столько злости. Я как пацан обещал, что съем лягушку, если проспорю. Проспорил, и сейчас съем лягушку. Собственно, друзья, лягушек обычно едят во Франции, поэтому я обратился во французский ресторан, и мне там приготовили вот такие вот лягушачьи лапки. Лягушка и вот это вот ее ножки. Какой кошмар, какой ужас, сейчас она предстоит есть. Ну все абсолютно по-честному, я сам придумал и предложил этот спор, поэтому не буду сбегать. Вот она, лягушачья лапка, прямо сейчас я ее съем на ваших глазах, как вы хотели. Ем жабу, друзья. Это выглядит достаточно... мерзко на самом деле. Я доем это, потому что я пацан, что я пообещал, дал слово, значит выполнил. Пальчики оближу. Ну что, Декстер, как видишь, я выполнил свое слово, мне было не жалко это сделать, просто объясни своей банде, что нужно немножко терпения, нужно уважать людей, не нужно их оскорблять и поливать какашками. Поэтому я надеюсь, что если хотя бы немножко достоинства и совести есть у твоих подписчиков, они сейчас в комментариях начнут передо мной извиняться. Насчет нашего спора, ну что, надо признать, ты победил, я от души тебя поздравляю, бро. Кидай номер карты, я тебе приведу 2 миллиона. Но на этом мы с тобой не остановимся, у меня есть кое-какая идея, которая тебе очень не понравится. Теперь у нас будет новый, более масштабный и крутой спор. Мы спорим с тобой на 15 роликов. 15 следующих роликов должны собрать 1 000 000 лайков, чтобы ты выиграл. Если они через сутки после выхода 15 ролика не собирают 1 000 000 лайков, тогда ты, Егор Декстер, просрал мне, Майку Блуману. А новая сумма спора, которую я предлагаю, не знаю, Егор, поройся у себя в кошельке, но это 10 миллионов рублей. Если ты найдешь 10 миллионов рублей, то принимай мой спор и участвуй в нем. И посмотрим, кто победит на этот раз. Настолько ли ты сильно веришь, что подписчики тебя настолько любят? Давай проверим, чувак. Ну и раз уж я ел лягушку, Егор, тогда вот тебе усложнение. Если хотя бы один из твоих роликов в этом конкурсе не собирает 60 тысяч лайков, тогда ты ешь свиные мозги, чувак. Ты идешь и ешь мозги свиньи. Вот так они выглядят, не очень приятно, да? Я тоже их съем, но только в том случае, если один из роликов соберет за сутки 80 тысяч лайков. Тогда я пойду и съем мозги свиньи. Итак, посмотрим, кто в этот раз будет унижаться и есть всякую гадость. Начинаю спор, поехали. 15 роликов, друзья, 1 000 000 лайков. И Майк думает, то, что он победит, реально ставит такую огромную сумму на кон. Майк, я принимаю твой вызов, соглашаюсь. Погнали, участвую. Ребята, начинаем. 15 ближайших роликов, 1 000 000 лайков. Мы будем каждый ролик теперь вести подсчет, вести калькуляцию лайков. Посмотрим, сколько лайков соберет этот ролик. Я решил сделать, короче, всем своим пацанам вообще подарки, вот, в качестве примирения, вот, то, что они меня нашли вообще, да, типа, за все вот это время. Я решил им всем сделать подарки, потому что, как вы знаете, начал зарабатывать по ссылке в описании у Декстера, да, в канале, вот. И мой заработок превысил в день вообще, ну, более, там, 100 тысяч рублям, вот. И благодаря этому, короче, я решил сделать вообще... подарок всем пацанам. Но первого, кого я хочу обрадовать вот этим вот подарком, да, я хочу позвонить вообще Эрику, потому что, ну, он самый близкий, так сказать, вот тут прям сердце вообще, как мой брат. Вот, я хочу ему что-нибудь купить.
Например, какие-нибудь кроссы, какие вообще он захочет. Там любые выберет в магазине, вот, я ему, короче, их куплю. Вот, и я предлагаю сейчас ему позвонить, договориться с ним о встрече, вот. Рядом Проспорт есть, хороший магазин спортивной обуви, там Адики, Найки, еще что-то есть, да? Вот, я предлагаю, чтобы он выбрал их там. Ну, любые. Если захочешь в другом магазине, мы сейчас сходим в другой. Друзья, благодаря мне Виталик начал зарабатывать, ну, прям реально неплохие бабки. И решил каждому своему братику замутить на районе подарок. Это очень трогательно и мило. Давайте с вами посмотрим. Это Виталик, красавчик, пушка. Алло, Эрик, привет. Здорово. Че, как ты? Нормально. Да я тоже потихоньку. Ты сейчас занят вообще? Я по городу. А ты далеко вообще от центра, от входа, где в этот, в Проспорт, короче, рядом с этим, с KFC? Нет, я вот там первым. Да, ну вот я как раз тоже тут. Давай встретимся. Это. Дело есть одно, очень срочное. Давай. Давай, через сколько будешь? Через 5. Ну давай тогда тебя жду. Эх, ребята, ребята, сижу я тут у себя в машинке и понимаю то, что скоро сходка на Радмире. Ребят, как я и обещал, почему так долго все организовывается? Да потому что это будет самая масштабная, самая крутая сходка в игре Hustle Online, друзья. И, конечно же, Радмир. Запомни, как 2×2, Hustle с телефона, а Радмир с компа. Да, друзья, в следующем ролике я объявляю анонс той самой сходки на Радмире и в Hustle Online в нашей с вами любимой игре, которую мы обожаем и играем все вместе. У нас есть совместный чат, мы все вместе с подписчиками там играем. Ко мне подходят ребята, пацаны и девчонки на улице и говорят то, что типа круто поиграли с тобой, Егор. Вы понимаете вообще? Они подходят ко мне и благодарят за то, что мы с ними поиграли, пообщались в чате. То есть они со мной общаются уже не в первый раз. Мы с ними уже как друзья. Мы с вами встречаемся на улице и уже как братишки общаемся. Руку друг другу пожимаем. Они такие: привет, Декстер. Я такой: здорово. Конечно, я все имена запомнить не могу, но я сразу вспоминаю ник игрока, который играл на Радмире. Всегда сплошное веселье, друзья, в игре. Всегда. Уф, это вообще круто получается. Смотрите, кого-то уже убили. Кто-то пошел прятаться, мне кажется. Здесь нужно быть самым умным и просто максимально спрятаться, короче, чтобы все друг друга переубивали, и ты просто остался один. Смотрите, что делают. Уф. Да просто Декстеры стреляются между собой. Где такое еще увидишь? Только у Декстера на канале, где Декстеры стреляются. Ну что, друзья, пока вот такое солнышко у нас светит прекрасное. Ребят, прямо вот здесь, сейчас, под роликом, есть ссылка. Радмир с компа, если у тебя сейчас перед тобой комп, поставь на скачивание Радмир, клиент. Если у тебя телефон, то поставь на скачивание Hustle Online по ссылке в описании. Поставь на скачивание и продолжай смотреть видео. Ведь когда ты смотришь видео, игра уже скачается. Тебе останется ввести только промокод Dexter, который дает 70 тысяч бонусных рублей на старте. Это обязательно сделай, так как на сходке деньги понадобятся, друзья. Деньги и небольшой уровень понадобятся. Отыграй 7 часов, пока сходка не началась. Времени осталось очень мало. Друзья, я каждого подписчика своего буду ждать, и каждый мой подписчик появится на сходке на моем основном YouTube-канале Декстер. Друзья, продолжаем смотреть видео. Блин, я жду не дождусь этой сходки, ребят, реально. Это такая будет масштабная история. Жду не дождусь. Салам алейкум. Салам алейкум, братишка. Что снимаешь? Всем привет. Да так, видосики есть один. Чё, как у тебя дела? Нормально. Нормально? Приходим. Короче, есть одна новость для тебя. Ну ты ж в курсе, да, то, что я начал зарабатывать? По ссылке в описании у Декстера, да? Ну и чё? Ну, короче, у меня заработок превысил больше 100 тысяч рублей в день. Ты чё? Ну, так вот, короче, получилось как-то вот. Начал зарабатывать конкретно. Ты дурак, что ли? Нет. Ну и смотри, короче, в честь этого я решил тебе сделать подарок. Какой подарок? Да иди отсюда, иди в руку, да. Ты что, думаешь, я не верю, что ли, мне? Иди отсюда. Пойдём в Проспорт, любые кроссы себе возьмёшь. Прям любые. Прям любые, какие ты захочешь. Хочешь Адики, Найки, еще что-то типа того. Вообще, что хочешь, то и куплю тебе. Пойдем. Пойдем в магаз. Мне мало верится. Это странно. А, стой, пойдем я сначала это. Бабки обналичу. Куда? Да вон до банкомат куда-нибудь. Не надо. Че, подснимешь сюда? А то я начинаю. Что-то, ребят, мне мало верится в то, что Виталик что-то... Какой-то стражи по-любому что-то затеял. По-любому сейчас придем, ты такой: а, это пранк. Не, нифига.
Я даже вот сегодня, вот даже не минут, может час назад, я опять заходил в игру, короче, еще 140 поднял. Что, хочешь, я даже покажу, что я бы реально поднял? Давай, просто... Ой, да аккуратненько сам. Я за Виталика рад, но ты что, именно начал? Я не хочу, чтобы у нас была какая-либо, как сказать, у доманца, чтобы какое-то было. Нет, ты сейчас увидишь, сколько я еще обналичиваю. Ну хотя бы 1000 будет. Будет намного больше, братан. На сколько? Намного больше. Ну, в десятки раз или сколько? В десятки. Ну на 100 тысяч я весь проспорт могу. Ну, в принципе. Не, я бы так не сказал. Там кроссы идут от 7 тысяч, ёпта. Да не страшно, хочешь, от десятки возьмёт. Ну смотри, я собираюсь подарки сделать не только тебе. Я собираюсь сделать еще подарки Володе. Вообще еще собирался Андрюхе и Владосу. Андрюха сейчас не тут, и Владос. Ну вот, да. Владос улетел, а Андрюха сейчас в этот в деревне у бабушки. Да. Ну, короче, тогда встретимся вот еще с Володей, и мы туда тоже. Чё ты стоишь? Хочешь, я расскажу всем пин-код от твоей карты? Не надо. 0000. Это неправильно. 6 нулей. Блин, ну ладно. Если он, конечно, не шутит, то пойдем купим мне кроссы. Но если реально хотел самбу взять, потому что там вообще такие самбы. Че, долго еще? Нет. Ты отойди, чтобы сначала не видеть, если потом... Ладно, я отошел, чтобы не видеть, сколько он их снял. Ты там... Ты покажи! Ты дурак нам в проспорт? Слышь, а ты девушке что подарить хочешь? Она у меня хотела, короче, духи. Ага. Разные, понял? Типа таких, как Шанель, там, еще что-то. Типа Диоры, ну таких, понял, брендов. И я, короче, купил. Ты уже купил? Да, чуть попозже надо будет забрать их. Вот. Да. И все? Да, вы мне поможете, короче. Она должна будет сильно обрадовать. Банк, видел? А, ну ладно, покажи еще раз, покажи еще раз. Банк. Стой, остановись. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стой, я не подснял, Виталий, я траву снял. У тебя просто такая маленькая баночка, то, что не видно было. Слышь, да ты давай, понял? А то вместо кроссовок я тебе максимум туалет кошачий куплю. Туалет кошачий? Да. Знаешь, какой я тебе Дайсон могу подарить? Какой? Вот видел, в, траву ведешь, в торговом центре этот, в туалете там есть, чтобы сушить руки. Там же Дайсон написано, вот я тебе этот Дайсон подарю. Сейчас 1000 достанет вот так. Готов? Давай. Давай. Че, реально? Реально. Стой. Ладно, беру свои слова обратно. Вот. Настоящий. Пойдем. Короче, че мы? Идем туда? На. Держи, поснимайся, пока я добегу. Я туда буду снимать, да. Иди, выбирай себе, короче, кроссовки. Надеюсь, реально Эрику зайдет этот подарок вообще от меня. Думаю, что все будет кайф. 9 тысяч. 9 самбы? Да. Вот эти, да? Ну, короче, за девятку? И хочешь, точно? Ну, давай тогда я оплачу. Че, бери тогда кроссовки. На, тогда поснимешь, я пойду оплачу. Все, короче, ребят. Аля купил вот эти кроссы мне. Все, сейчас, короче, подожду его пока тут. Кстати, адики вот эти самбы мне вообще капец как зашли. Поэтому... Так. Вот, кстати, ребята, вот Ногинский, кто живет, вы просто приходите в проспорт, я реально говорю, вы не пожалеете. Там нормальные кроссы, имбовые, вообще все вещи имбовые. О, туда даже футбольные мячи есть. Все, спасибо, братишка. Чиш, мэн. Че, а ты думал, наверное, да, обман какой-нибудь там, типа пранк? Да. Я же сказал, что я тебе реально куплю, я же тебе купил. Все, довольны? Я же пакет дали. Да. Не знаю, на чем мне надо было просто коробку брать с кроссовками и все. Ну, короче, что, давай. Че, может, этот? Давай пойдем до Галамарта, я закину их, чтобы с ними не таскаться. Ну, Эрик действительно сделал многое для Виталика. Он всегда за него переживал, всегда они как два брата. Уже сколько они дружат, и я думаю, то, что Эрик реально заслужил подарок. Пацаны даже прорекламили про спорт на Гинск. Мне не жалко, оставляем. Мы же за спорт, ребят. Короче, ребят, сейчас Виталик звонит Володе. Володя придет, он тоже ему хочет сделать подарок. Ну, не знаю, какой там Володя захочет. Я хотел все кроссы, Виталий об этом знал. Виталику я говорил, потому что вот еще до нашей ссоры я говорю тогда. Сейчас, как Виталик вернулся... У меня для тебя кое-что есть. Вот, сейчас убираем. Ты сколько там будешь? Ну, короче, пойдем туда уберем. Как встретимся, будем встречаться с Володей тогда. Включим камеру? Ну да. Ты
Смотри, я, короче, начал уже зарабатывать конкретно по ссылке в описании у Декстера, да? Бля, они мешают, отвечаю, пойдем туда. Стоят какие-то дауны, орут и орут. Я же начал зарабатывать по вот этой ссылке, да. Мой заработок, короче, превысил больше 100 кусков в день. Эрик сегодня думал, что я его пранкую. Не угонишь. Нет, он видел реально. Да, Володь. У меня даже на аккаунте я вот сегодня поднял 140, плюс я обналичил до хера. Чтобы ты понимал, мы сейчас ходили в Проспорт, покупали мне самбы за 9000. В натуре? Да, он думал, я ему просто сказал, типа, говорю, пойдем, я тебе куплю кроссовки, вообще любые, какие ты хочешь. Он говорит, да что ты там гонишь, типа, что пранкуешь? Я говорю, ну сейчас увидим, но он реально, типа, обрадовался, выбрал самые дорогие, я ему, короче, купил. Вот, я хочу сейчас куда-нибудь присесть, пообщаться, вот, я закажу нам пиццу, всякое такое, посидим, кайфанем, побазарим. Ларик хороший. Вот, ну, короче, сначала вы мне должны будете помочь. Володь, встань сюда, что ты как встал, как мям. Ляли, как не родной ему. Палка, вот, я будто сейчас драться не буду. Я такого делать не буду. Короче, вы мне должны будете сейчас помочь. Вот вы вдвоем. Вы вдвоем, у нас имена есть. Хотела, короче, давно себе духи. Мадина, Мадина. Там еще что-нибудь, там вот Диор. Вот, я пару духов купил. Вот, и хочу с ней, короче, сейчас встретиться и подарить ей. Вот, вы мне должны будете помочь поснять это, вот это вот все, как я это буду дарить. Ошалеть. Ну, не знаю. В смысле не знаю? Ты сейчас выпендриваешься, я сидел. Не знаю, не знаю. А да ладно, поможем, что ты дурак, что никогда не помогали. Ну, пойдемте туда. Короче, сейчас сначала позвоним моей девчонке, вот, договоримся с ней о встрече. Пока будем ждать, я быстро сбегаю, заберу духи туда и подарим туда ей, ладно? Окей. Не, реально, я ошалел, когда он мне показал баланс. У него 140к. У него сотка только за день идет. Он в день рубит сотку. И на этом подарки от Виталика не заканчиваются. Виталик для своей девушки, внимание, друзья, купил парфюм. Это уже не духи, это называется парфюм, когда он дорогой, за 20 тысяч рублей. Ребята, блин, девушке его, я считаю, что очень сильно повезло. Я для вас пошел. Короче, все, я духи забрал. Да? Да. Красава. Не твоя Мадина случайно идет? Моя. Салам алейкум. Привет. Больше кажется, что она твоя девушка. Нет, я тебя знаю, у тебя пальцы. Я сейчас снимаю. Эх, пацанов на девок променял. Понятно, все с тобой. Им дырты на ду тумангай. О дингару кытэна на чамши. Короче, пацаны, я вас что еще собрал? Что у вас вообще по планам в будущем, может? Какие-то планы есть, еще что-то? Я вот сейчас маме на 15-й промакс коплю. Копишь? Да. 30 тысяч накопил, работаю. А где работаешь? Да там, не столько, кто раздает долон, с отцом на заводе пошел. Ну, короче, как можешь, да, прям? Ну да, до последнего. Ну... Мама для меня старалась все время, считай, воспитала меня. Ну смотри, ну ты красавчик, все равно что могу сказать. Хочешь, давай я тебе помогу. А так я бы сам справился. Чем ты поможешь? Ты еще дурак? Знаешь, сколько он стоит? Ну смотри, я знаю, типа, 15-й Pro Max в районе там что-то... 200 стоит. Ну и что? Ничего, сложно помочь? Я бы сам справился. Эрик, посними. Откуда у тебя такие деньги, вопрос? Я тебе говорил, откуда у меня такие бабки. Сотка, ладно, сотка в день, но ты не можешь... Ладно, молчу. Нет, смотри, я же начал, типа, вот дальше, дал по вот этой ссылке, типа, на робике, все.
Это все работает, я вам серьезно говорю. Вы также просто переходите по ссылке, которые упоминали. Так я на Асиксе так и накопил. Так я десятку накопил. У меня уже пятерик. У меня была двадцатка, я так десятку накопил. Вот, ты мне говоришь, типа, откуда у меня такие бабки. Вот я просто отсюда начал их фармить, эти бабки. Они просто так... Ну просто знаешь, когда, типа, вот мы с Володей понимаем пятерик 10, да? А ты просто говоришь сотка в день, это нормально? Ну, смотри, типа... 10, это я начинал шок. Почти так же, как и вы, типа. Вы сейчас просто, вы по сколько ставите? Сотка. 100 рублей? По 200. Тогда как? От 100 до 500. Ну смотри, вот вы сейчас ставите, ну, почти минималку, да, я ставлю там, ну реально большие бабки, я там по 5 тысяч ставлю, могу и 10 тысяч поставить. Я забираю просто благодаря вот этому еще боту, который дает сигнал правильно. Вот, вы им пользуетесь? Да. Да. Ну, вот. Ну нет, мы сами думаем, прикинь. Ну вот, вы попробуйте также поднять хотя бы до 5 тысяч поднять там, и попробуй потом вот эти все 5 тысяч поставить, и обязательно повезет. Тем более с помощью такого сигнала он тебе реально там, который бот дает эти сигналы, и тебе 100% это поможет, понимаешь? Так, что, я говорил, что я тебе помогу. Сколько ты не надо, я бы сам справился. Да нет, брат, надо. Вот я читаю. Я сам справился. Володь, мне не сложно. Ну, ветер ключ, а я читаю. А если тебе деньги, Виталь, пригодятся? Поверить, ну, будет трудно минутка. Вот, я не знаю. Я в шоке. Я в шоке, я сейчас съездил. У меня сейчас лежит. Ровно 170 тысяч. Значит, не надо все-таки. Это... Надо, Володь. Возьми, тебе реально нужны. Мама, ты святой, это там. Ровно есть 200 тысяч рублей, которые ты можешь просто взять сегодня и пойти и купить этот маленький 15-й Pro Max и сделаешь как раз маме приятно. Вот, я обязательно сказали. А у тебя что вообще по планам, Эрик? Сейчас, подожди. Че? У тебя что по планам вообще, может, в будущем через сезон? Ничего, я себе пит хочу. Пит хочешь? Да. Какой? Каюк какой-нибудь 125-140. Сколько он стоит? 70 стоит. 70? У меня десятка есть. Ну я сейчас коплю, мне еще батек даст. На поте поднял, хочешь? Да. Ну хочешь, ты тоже можешь. Да, Виталь, ты что, дурак, а если тебе реально деньги пригодятся? Реально, Виталь, может. Да, пацаны, уже перебор. Говорите, как будто у меня денег нет. У меня деньги еще на карте, если что есть. А если тебе через минут 5 пригодятся деньги, а ты, допустим, все уже слил? Я просто сейчас аккаунт дам, смотри, это твое решение. Дело твое. Не, Виталий, если нужна какая-то будет помощь, обращайся к нам. То есть я не думай то, что мы с тобой за денег. Побольше, но тебе должно хватить. Что, дурак? Да. Мне не сложно. Не, это вот, нужна будет помощь, знаешь, обращайся. То, что, типа, мы тебе помогаем так и так. Ну, кстати, вот то, что говорят, то, что добро возвращается в два раза больше, оно вернулось. Не, Виталь, ты реально нас выручил. Ну, а вы что думали? Ну, реально, пацаны, вы мне сколько раз помогали, теперь мой черед пришел вам помогать. Че тогда? Че тогда снимать, как хавать не будем? Да. Это... Просто пойдем сейчас посидим с пацанами, тогда отдохнем, еще поговорим, вот. А так, вот вы все увидели, то, что я подготовил для пацанов. Надеюсь, им реально это все зашло, им намного сильно понравилось, чем мне. Ну, то, что мне и так приятно, что я это делаю. Потому что теперь есть такая возможность, типа, пацанам помогать, и маме, если что там, и сестре. Вы, кстати, также просто переходите по ссылке в описании в канал Декстера, и все. И также зарабатывайте деньги, как и я. Пойдем сюда похаваем. И на этом, друзья, подарки не заканчиваются, потому что Виталик, вместо того, чтобы пойти прогулять свои деньги по клубам, на свои какие-то хотелки, он, во-первых, помог своему брату Эрику, своему братишке на питбайк, помог даже Володе, маме на iPhone подарок, и еще и проставился, всех накормил. Друзья, я думал, что получится такой вот милый, хороший видос, но, как всегда, в роликах Декстера не тут-то было, как говорится. Всем привет. Короче, это уже следующий день. Как вы поняли, я, короче, возвращаюсь сейчас вообще с тренировки. Эрик сегодня не пошел, у него там что-то вроде нога болит или еще что. Погода такая, кстати, хорошая, прям вообще конкретно. Вот, я что-то где-то тут рядом с военкоматом, короче, у меня клуб находится там, недалеко. Вот. Опа-на! Здрасте. Какие люди. Ой, это же... Ну и чё? В смысле, что? Деньги есть? Ну, есть. Откуда? Но сейчас с собой нету их. Откуда? А вам зачем это знать? Мы же с вами уже рассчитались. Рассчитались? Да. А я что-то слышал, что у тебя бабки появились, дружок. Ну и чё, что есть бабки? Ну и чё? Что, вас здесь, что ли?
Нет. Вас это как касается вообще? Никак. Деньги давай. Зачем? Я ничего отдавать не буду. Давай деньги. Сейчас у меня денег нет с собой. Телефон давай, где он? Зачем тебе? Давай телефон, я скажу. Ты что делаешь? Отдай! Давай телефон. Телефон отдай сюда. Пароль. Я тебе не скажу пароль. Пароль. Я тебе не отдам. Слышь, я тебе сказал. Ай, блядь. Я тебе, сука, сказал, блядь. Что творишь-то, а? Ты чё, блядь? Дай встать мне. Лежи, я сказал. Зачем ты так делаешь? Пароль. Какой пароль? Пароль от телефона. Я тебе не скажу. Зачем ты нож достал? Пароль от телефона, я тебе сказал. Тебе не скажу. И тут, ребят, я решил тормознуть видос, потому что вы знаете, что YouTube делает с моими роликами за такие жесткие видосы, и вы все прекрасно знаете, где выходит продолжение. В моем телеграм-канале по ссылке в описании, когда Виталя крикнул, зачем ты достал нож, я думаю, вы все поняли, кто им воспользовался по итогу. Это, ребят, пиздец какой-то, ну просто. Виталь, то, что с тобой случилось, ты этого, Виталь, не заслуживаешь вообще никак. Ребят, это пиздец. Это жесткое продолжение. Я не боюсь этого слова. Даже тем, кто сильно впечатлительный, лучше, ребят, наверное, не смотреть. Ну а те, кто хочет, перейдите в телеграм-канал по первой ссылке в описании. Там продолжение уже выставлено, ребят. Это очень жестко.